Здравствуйте, мои дорогие! Я вас всех приветствую, и моих подписчиков, и случайно зашедших зрителей на мой канал. Сегодня я вам хочу показать шарфы-колье, которые у меня есть в наличии. Вот такой вот хлопковый шарф. Вот с таким украшением. Все мои шарфы длиной 1,5 метра. Но есть очень широкие, прям палантины. А есть вот такие, не очень широкие. Ну, сейчас я вам их покажу все. Вот такой вот красавец. Такой тоненький. Так, фурнитура у него, вот эти бусины, это стекло. А вот это я обшивала бисером бусину. Фурнитура под золото. Я уже вот сотню раз говорила и не перестаю говорить, за что я их люблю, эти шарфы. За то, что ты вот так одел на себя и пошел. И он никуда за счет веса бусин, он никуда не собьется, не вылезет нигде. Вот как одели, так и пойдете. Вот такой вот яркий, сочный. Тут и цветы, и птицы. Все есть. Чем они еще удобны? Ими можно и голову покрыть. И тоже никуда не денется. Покрыли голову, перевернули, назад бусины закинули, и все. Очень удобно и красиво. Вот такой шарф, такой прозрачный. И вот такие вязаные штучки по краям. Вот такой белоснежный шар. Ниточка. Ниточка попала. Такое молочное стекло. Не широкий шарф. Такого синего цвета. Это тоже не широкий шарф. Зебра. Этим все сказано. Ой, сколько же людей носят мои шарфы. Сейчас что-то мне пришла такая мысль в голову. Много.
Ну, это широкий шарф. Его прям по объему видно. Вот такой яркий. Ну, это Индия. Видите, вышивка с зеркалами. Шиша называется такая вышивка. Шиша. Такое название смешное какое-то. Вот. Это камни все натуральные. Вот такой вот шар. Такой шарф яркий. Он не очень широкий. Вот эти вот бусины. Это я бисером сама их оплетала. А тут и бабочки, и жучки, и цветочки. Чего только нет. Такой спокойной гамме. Вот такой вот. Это стекло с таким золотым вкраплением, что ли. Не широкий шарф, обычный. Красивый цвет. И последний на сегодня вот такой тепленький шарфик. Спасибо всем за внимание. Пишите, если кому-то что-то понравилось. Да, кстати, этот шарф с застежкой, он такой теплый. Мало ли человеку захочется обвернуть потуже вокруг шеи, то можно его застегнуть. Расстегнуть и застегнуть. Еще раз спасибо всем за внимание.